Завод «Искра» присоединился к профориентационной акции «Неделя без турникетов». 30 школьников 20-го подшефного многопрофильного лицея вместе с родителями и учителями посетили предприятие, чтобы познакомиться с работой цехов и условиями труда сотрудников. Мы проводим так называемый день открытого турникета, когда все желающие, это имеется в виду молодежь, приходят к нам, чтобы посмотреть на наше предприятие, посмотреть перспективу, смогут ли они в дальнейшем у нас работать. Мы этому очень рады и поддерживаем эту традицию открытых дверей или открытых турникетов и впредь будем ее развивать. Сегодня «Искра» – один из ведущих производителей и поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуры специального назначения. В цехах современного производства ребята узнали о работе оборудования, о востребованных технических специальностях и уровне заработной платы сотрудников предприятия. По словам участников мероприятия, подобные экскурсии помогают молодым людям в будущем определиться с профессией. Производство очень сложное. Ребенку для того, чтобы овладеть этой профессией, надо хорошо учиться, знать химию, физику, математику. Не так-то просто прийти на это предприятие. И мы будем только рады, если кто-то из нашего юноармейского отряда здесь будет работать. Напомним, акция «Неделя без турникетов» проводится два раза в год в третью неделю апреля и третью неделю октября. В 2018 году на производственных площадках ведущих предприятий региона побывали около 1500 учащихся Ульяновской области. В этом году цифру планируют увеличить. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.